Тщательное форматирование текста. Мой любимый шрифт для транслитерации Деванагари – это разработанный нами же Charter Indologic, то есть на основе чартера внесены знаки, необходимые именно для публикации индологических текстов. Итак, 12-й кегль чартер, создаем свой класс стили, свой стиль. Как новый экспресс-стиль. Значит, это пусть будет... Не столь важно, что это будет. Да. Текст. Это пусть будет... R. К Деванагари я применил восстановленный нами... Шрифт Сантипур, это немецкая гарнитура, разработанная 150 лет тому назад. Она же используется и в самом Кнауэре. Итак, значит, Сантипур от... Для него мы... Создадим новый стиль. Ну или DevOps. И для, значит, основной текст 12-й кегль Деванагари 16-й, при этом уменьшенный межстрочный интерлинаж выставил точно 20, потому что иначе слишком высоко он разрастается. И сноски меньше основного текста, 11-й кегль. Такие чисто типографские пожелания. Значит, перед нашей псевдосноской можем добавить ставка, символ, другие символы, специальные знаки. 1/4 пробела. Так. Что-то многовато. Ну да. Так, все равно ближе. Оно все равно не должно прилипать, да. Сейчас оно начинает совсем прилипать. То есть я бы так отнес. В индизайне, в самой программе верстки можно уже ставить более приличный. Там, волосяную шпацию, это будет действительно небольшое расстояние, но здесь хотя бы, чтобы не прилипало. Здесь тоже самое. И эти циферки, сноски в тексте Деванагари тоже надо, соответственно, уменьшить, потому что такая громадная 12-я. Зачем нам нужна? Значит, 12-го кегля надо сделать ее, а не 16-го. А что, если мы применим... Сейчас посмотрим, весь абзац поменяется или нет. Так. Ага. Ну, понятно, да, тогда сделаем отдельный класс для нее. DevFootNote. Да, ну так не получается. Стили имеют свои ограничения в Варде. Ну, можно так в полуручном режиме. Я не знаю, как его сейчас заставить. Такое бывало, что стили капризничают. Ну, вот так хотя бы все равно скромнее получается. Ну и, собственно, отлично, готовый текст, готовый к занятиям.
быстрее в орбиты. Да, все отлично. Да? Ну и по такому же принципу тогда можно оформить и остальные. То есть так, здесь какой у нас стиль? Здесь у нас еще никакого стиля. Сделаем стиль footnote. Сделался 12, но должен быть. Должен был быть 11. Ну да, то есть. Стили. Footnote. Давоногари. Текст. А, тут два промела получились. Иногда два скопировалось. Трудно. Копируешь одно, а копируется другое. Так, ну. Ага. Так уже поаккуратнее будет. Я не знаю, может быть, надо добавить нумерацию предложений еще, чтобы удобно было ссылаться, где мы находимся. Это вопрос. Думаю, что да. А из учебника, из экземпляра учебника, который был во владении Елизаренкова, я вижу, что там номера пронумерованы. То есть, реально, ну, а почему нет? Если уж перенабирать, так сделать удобно. Собственно, и все. По такому же принципу здесь. То есть у меня нету шрифта Nirmala UI, который идет, кажется, с Windows 10, не Windows 7. Ну, шрифт, в принципе, можно было бы скачать, но его у меня нету. Поэтому, применив. Хотя странно, конечно, юникодный шрифт, почему квадратами? Да. Ну, тем не менее. Так что отличная работа, спасибо. Давайте сделаем все 19. Все 19 фраз по Кнавару. Воздадим дань Кнавару. Спасибо. До свидания.